Сегодня в России празднуется День семьи, любви и верности. И мы решили выяснить у ульяновцев, как они относятся к данному празднику и присутствует ли любовь и верность в их жизни. Я верю в любовь и верность. Я положительно отношусь к православному празднику День семьи и верности. Я считаю, что в России люди должны праздновать именно свой национальный праздник, а не те праздники, которые к нам пришли из-за рубежа. Хотелось бы, чтобы молодежь действительно жила, чтобы семья все-таки это такой институт хороший. Нужно немножко быть терпимее друг к другу. Хотелось бы, чтобы они жили, дружно жили, долго жили, семейно, чтобы все у них складывалось хорошо. Хороший праздник, День семьи, семья – это вообще всегда хорошо. А верите в любовь, верность? Да. В жизни присутствуют такие чувства? Да, конечно. Верите в любовь, верность? Да, да, очень. Да. Особенно такую любовь, которая с историей, именно такой, вот у нас, допустим, очень красивая история. Ну, по нам кажется, что у нас очень красивая история получилась в любви, и поэтому это очень важно. Банальные вещи вроде бы, но это действительно кирпичики, из которых общество строится. День семьи, любви и верности, ну, в общем-то, связано, по-моему, с Петром Февронием, если не ошибаюсь, да? Ну, это наша, в общем-то, российская тема, почему бы и нет. Святой Валентин, конечно, хорошо, может быть, где-то для молодежи, но это западная культура, а где национальная идентичность? Поэтому я отношусь замечательно, сам я семьянин. Ой, я очень хорошо отношусь к Дню семьи, потому что мне кажется, что это правильно, если можно назвать, промо-акция, что про семьи хорошие, которые долго живут вместе, в счастливом браке, у которых замечательные детишки, многодетные или наоборот, там, 1-2 ребенка. Это здорово, что мы можем про них рассказать, а главное про них узнать. Положительно, хорошо, положительно. Отлично, конечно. Верите в любовь, верность? Ну, как же, как же без нее? Эти качества? Конечно, а как же? Прекрасно отношусь к этому празднику, это хорошая русская традиция. Всех поздравляю с наступающим этим праздником. День семьи? Да. А есть такой праздник? Да. Положительно? Положительно относитесь. Конечно. Положительно. Положительно относитесь? Да. Верите в любовь, верность? Такое себе. А в жизни у вас есть такие чувства присутствия? Не бывало. Не бывало? Ну вот если бы вы бы еще молодые бы создавали семьи, с желанием, с охотой, да еще детей побольше. Тогда было бы классно.